Так, ребята, значит, я выхожу на улицу с ответственной миссией. Продаю, короче, Animal Crossing на Nintendo Switch. Почему продаю, рассказываю. Я в него наиграл уже часов 40, наверное. Но это достаточно немало, солидно. И просто как-то я уже в него и месяца 3 не играю. Типа и не знаю, как-то не особо интересно. Это такая игра, она, в ней нет ни сюжета, ничего, она бесконечная. В нее можно играть бесконечно. Короче, за эти 40 часов я наигрался и решил, ну что, он лежит, типа, продам. Окей, а в остальные игры, типа, с Nintendo Switch я еще хоть иногда захожу, играю, типа, периодически. А у него что-то перестал, классная игра, но, типа, мне надоело. Вот там девочка какая-то у меня ее покупает. Сейчас выхожу, отдаю. Кстати, вот полгода назад мы ее купили. Я ее купил за 210 злотых, сейчас продаю за 185. Короче, вообще... С минимальной потерей денег вообще мизерно. И учитывая то, что я в нее так много наиграл, то вообще прям нормальненько выходит. Не знаю, если когда-нибудь, вряд ли я когда-нибудь, конечно, захочу в нее еще поиграть. Но если вдруг захочу, то потом опять куплю. Не знаю. Я просто наигрался, я там. Кому-то будет полезнее, кто-то будет играть, кайфовать. Так, транзакция прошла успешно, отдал игру. Была девушка с парнем своим, говорят, будут вместе играть. Ну, спрашивали, короче, что продаю. Я сказал, что так и так, наиграл там много часов. И что уже, ну, типа, ну, короче, как я вам все и сказал, так и им сказал, что, типа, ну, наиграл уже много часов, так и так. И что уже немножко неинтересно, что игра такая бесконечная, типа, в нее там можно играть до посинения. Ну, вот, и, в общем-то, я и посинел. Ну, они поржали, забрали, короче, все, без сдачи оплатили. И нормально. Возвращаюсь домой быстрее к Кристине. Все. Все дела на сегодня сделаны. Много не было. Можно обалдеть. Садимся кушать. Супчик готов. Сырный суп. Вот, пожалуйста, с курочкой. Знаете сколько? Я добавила не один плавленый сырок, а 3. Я быстренько все рассказала. Все, подключаемся к скайпу, потому что с Лехой разговаривали в Дискорде, а там эхо, и поэтому звони. Будем с Лехой общаться, кушать. И балдеть. Мы тут занавесились, чтобы света не было у нас в квартире, чтобы мы сидели в темноте. А так кайфово, слушай, нету солнца и не жарко. Да, так поэтому не напекает сюда сильно. Да. А знаете что? А Никита кое-что вам хочет рассказать. Вообще-то у нас сегодня с Кристиной годовщина. От слова год. 3 года совместной жизни. Да, 3 года я уже тебя терплю. Терпишь? Да. Ты меня... Ну это не было тяжело тебе терпеть. Спасибо. Терпит меня, понимаете? Тогда я тебя еле выношу. Чего? Ладно, тогда не еле, просто выношу. Ты же меня не еле терпишь, а просто терпишь, поэтому я тебя выношу. Не сильно сложно было выносить. Все, мне не нравится уже этот разговор. Ладно, короче, вот так вот 3 года пролетели быстро, да? Угу. Капец. И каждый год на нашу, типа, годовщину у нас была... Что? Разная квартира. Ну да. Интересно. Каждый год у нас была разная квартира. Надеюсь, в следующем году мы будем в этом. В следующем будет это же. Да, потому что нам тут очень нравится. Все чики-пуки. Чики-макабоны. Да, может, потом выкупим эту квартиру. Ну, в общем-то, так. 3 года мы уже с Кристиной вместе. Живем. Я не жалею. Не тужим. Нет. Ну, ты я. Это классно. Классно жить вдвоем. Не скучно. Вообще классно. Поэтому мы всех подбиваем. Леху подбиваем жить. Живите вместе все. Леху подбиваем жить. Все со всеми живите вместе. С Аней. Крабу подбивали жить тоже с Аней. Всех подбиваем жить, потому что на личном опыте проверено, что так проще, так интереснее, так веселее. Угу. Так бы ты приходил с работы. И что? И все. Надо было бы к тебе ехать. Угу. Либо сидеть за компьютером просто. А так приходишь с работы, я такая, опа, борщик будем кушать, борщик погретый. Вот, короче, круто. Сегодня, ну, мы никак не собирались отмечать. Вина, может, выпьем вечером. Угу. Ну, блин, даже ничего это. Никуда не сходишь, все закрыто. Обидно это, конечно. В прошлом году тоже было все закрыто. В прошлом году мы, по-моему, заказали себе суши какие-то. Угу.
Но мне что-то вообще ничего не хочется. Я сырный суп такой вкусный приготовила. Да. Вот, ждем открытия всех заведений, чтобы ходить развлекаться по ним. Да? Ну. Вот, так что, 3 года. Мы тут садимся смотреть сериал. Взяли конфетки, чипсики, палочки. Так, вот наш сериал. Надо что-то клацнуть, что тут это торчит. Надеюсь, пропадет. Так, 7-ю, походу, мы серию видели. Будем смотреть 8-ю. Окей. Никита там наливает в темноте попить. А как эту штуку убрать? Надо просто на окей нажать? Ну, окей. В конце концов, сработало. Все. Будем смотреть в саму серию. Осталось совсем чуть-чуть. Интересно, чем закончится. Давай, залазь. А что ты будешь кушать? Ой, так темно уже. Пока ничего не хочу. Ничего не хочешь? Ну ладно. Так, мы тут только что смотрели сериал «Сквозь снег». Осталась последняя серия, очень интересная, но мы оба засыпаем. Кристина вообще полсерии проспала. Да, я Никиту звала спать, говорю, давай завтра досмотрим. Он говорит, терпи, смотри, там же просто очень интересно, а мне так спать хочется. Я думаю, а, половина осталась, и все, и заснула. Половина прошла, завтра посмотрю эту половину к серии, и все. Да. Короче, лежим спать, что-то прям, да, сильно клонит. Всем спасибо, что смотрите. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, ребята. Попрощаюсь. Adios.